58 минут. 2 часа ночи. Не спится. Почему не спится? Я не устал, ничего не ел на ночь тяжелого. Если подумать, как сегодня прошел день, никаких особых волнений и неприятностей. Утром я пришел в театр, меня встретил заместитель директора, он меня просто обрадовал. Я, говорит, много думал о нашем спектакле, его надо решать в ярких красках, надо смело критиковать, смело гиперболизировать, нужна настоящая сатира. Потом он куда-то позвонил. Вечером он мне сказал, вот я еще что подумал о нашем спектакле. Его надо решать в мягких красках, надо меньше критиковать, меньше гиперболизировать, меньше сатиры. И вообще лучше ее не надо. Флюгер. Флюгер, он готов повернуться в любую сторону. Вот об этом надо говорить в спектакле. Да, ну в 2 часа ночи нормальные люди спят, и ненормальные, между прочим, тоже спят. Попробую принять снотворное. Во! Уже. Сплю. Нет, не сплю. Надо представить себе что-нибудь однообразное. Воду, пустыню, промтоварный магазин. Боже мой, как трудно себе выбрать там что-нибудь по вкусу. Ну, правда, вкусы очень индивидуальные. Один входит в магазин, смотрит на прилавок и говорит, мне этот костюм не нравится, а другой входит в этот же магазин, смотрит на этот же прилавок, на этот же костюм и говорит, а мне этот костюм очень не нравится. Вкусы у всех разные, на всех не угодишь. Но надо стараться. Вот об этом тоже надо говорить. Да, но так говорить можно всю ночь. А кто будет спать, дядя, а кто будет завтра работать, ты? Нет, на правом боку я не умею спать. Уже сплю. Нет, не сплю. На левом боку вредно спать, надо беречь сердце. Да, надо беречь сердце, и не только свое. Это у нас не все умеют. Вот Василий Иванович до 40 лет не жаловался на сердце. И вдруг, ну еще бы, пустили о нем грязную сплетню. Общественность, конечно, не могла не среагировать. Разобрали все это на общем собрании, на всякий случай. Там вызвали его на дирекцию, там его проштудировали, на всякий случай. Там на местный комитет, все это в печать, и все. Много ли для сердца нужно? Но потом так тепло о нем говорили, на похоронах очень тепло. Ой, попробую сосчитать до 1000. 1, 2, 3. Но кто нас научит, кто нас
делиться. Тем, от чего мы теряем покой, тем, от чего нам не спится. Не спится. Не спится. Мне тоже не спится.